Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас итоги конкурса будут по Амазингу. Амазинг ролеплей, первый сир на 1 миллион виртов на серии Амазинг. Итак, я должен был, конечно, еще вчера выложить это видео, но у меня не было времени записать. Ну, на один день я как бы опоздал насчет итогов, но думаю, в этом ничего страшного нету, в принципе. Так, давайте посмотрим, что у нас... Сколько у нас тут лайков? 115 лайков, 729 просмотров, 2 дизлайка. Так, тоже лайк поставлю. Ну, в принципе, здесь ничего не нужно было писать в комментариях. Все основное было в ВК. Так что, давайте посмотрим. Блин, как я не люблю, когда мне сейчас столько флудят в смс-ки просто. Скайп, пошли туда, ты пошли туда. Ладно, сейчас не суть не в этом. Вот конкурс. Конкурс, так. 20 июля. Итоги. Сегодня 21 июля. Могу вам показать это. Вот. Так что все нормально. 272 репоста. 399 лайков. 7,8 тысяч просмотров. Ну, это, конечно, нормально, я вам скажу. Довольно-таки неплохо, но если бы столько людей бы участвовало в конкурсе, хотя я писал 500 репостов, в итоге сразу, но, к сожалению, мы даже 300 не набрали, поэтому я на самом деле не хз. Ну ладно, давайте тогда уже выберем победителя рандомным образом, через рандом, короче, у нас всего 272, так. Участвуйте, видите, сколько комментариев, в принципе. Да, вот видос. Ну, красавчики. Ну что же, давайте выберем уже победителя. Выбирать победителя мы будем вот таким вот образом, через random.org. Просто пишем, сколько у нас количество и сколько должно быть победителей, и оно выберет случайную цифру. Ну что же, давайте, сколько у нас там? 272. Пишем 272. И давайте пару раз крутанем, чтобы, так сказать, обнулить ее. Сейчас пару раз обнулим. И я сейчас перезапущу страницу. Давайте перезапустим. Так, давайте перезапускаем. Давайте я вам покажу, что я перезапускаю ее. Вот так вот. Все, она перезапустится. Так, вот еще раз перезапустилось. Все, давайте теперь выберем 272. И нажимаем генераты. 27. Ну хоть не 100, блядь, какой-то. Будем вот здесь смотреть. 27 там же. Да, 27. Так, еще 27. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27. Никита Гришаев. Так, нужно посмотреть, есть ли он в группе. Во-первых, так. Что у него много конкурсов. Ой, не люблю, когда мне пишут, блядь, когда я снимаю. Так, вот мой репост. Это, блин, сколько можно писать реально, меня это бесит. Так, вот репост этого. Так, давайте копируем. И перейдем в группу. 27 он был. Так, и смотрим, есть ли он в группе. Так, ставить. И ищем. Гриша Гришаев, да, есть. Есть он в группе у нас. Ну что ж, давайте напишем то, что он выиграл. Напишу: поздравляю.
ты выиграл в конкурсе на Amazing RP01 приз 1 миллион рублей. Отпиши, когда сможешь забрать приз. Красавчик, чувак выиграл миллион на самом деле. Вообще, молодец. Молодец. Это нам можно закрыть. В принципе, давайте удалим конкурс. Ну, что я могу сказать? Будут еще конкурсы, обязательно будут конкурсы. Просто реально обязательно будут конкурсы. И все будет хорошо. Это пока мы можем удалить уже. Поэтому удаляем. И все хорошо. Будут, я думаю, еще конкурсы. На самом деле будут, да, еще конкурсы. Так что участвуйте, подписывайтесь обязательно на канал, ждите новые конкурсы. Возможно, сделаю конкурс уже не по КРМП, а по какой-то другой игре. Но сделаю. Ну, не знаю, когда будет еще конкурс по Мазингу. Но кто не выиграл, не расстраивайтесь. В принципе, победителем мог быть каждый. Как бы, ну. Ну, это у меня все. Спасибо всем, кто участвовал. Вы красавчики. И всем пока-пока. Повторю, все ссылочки есть в описании. Группа. И так далее. Скины для вас, кто играет на Мазинге. И так далее. Все. Всем пока-пока. From the outside, I was from the north.